Макс, привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Мы сегодня уже второй день в Киеве. За нами приехало такси. И сейчас мы поедем, посмотрим на пейзаж на аллее. Вот наша мама уже вышла. Мы готовы ехать. Пошли, товарищи. Здравствуйте. Вот это город Киев. Бессарабская площадь. Мы сейчас будем по Хрещатику ехать, да? Да. Макс, мы сейчас будем проезжать самую центральную улицу Киева. Вот мы поворачиваем на улицу Хрещатик. Смотрите, какие красивые здания. Такие высотки сталинские. Просто средняя стоимость вот на вашем автомобиле от ЖД вокзал. Хорошие. Хорошие кошечки. Макс, кто нас тут встречает? Кошечки. Кошечки золотые нас тут встречают. И девочка на подушках. Вот, смотри, где? Сразу при входе. Прикольно. Девочка на подушках. Девочка на подушках? Ого, это ей там... Это принцесса на горошине. Принцесса на горошине, чтобы ей там ничего случайно не давило. Это принцесса на горошине. Это она спала на 7 подушках? Ну тут, да, по-моему, больше. Не, 7, смотри. 9 подушек, да, тут. Больше. Это не принцесса на горошине. Это какая-то пава. Любительница посидит на подушках. Вот это начало пейзажной аллеи. На заборе там нарисовано все это. Слон нарисован? Да. Еще там дальше какие-то чудики. Он с усами, Макс. Автобус с усами. О, вон эти зайчики я уже вижу. Зеленый зайчик. Еще один. О, еще одна девочка на подушках. 2, 4, 6, 8, 9 подушек опять. Тем самым чистым и в разрывах. Фонтанчик там есть, чайник. Вот кошечка, лавочка. Ой, какой забор. Какой прикольный забор. А там, смотри, там какие-то Angry Birds сидят на дереве. Да. Давай туда. Кстати, ближе к кошечке идет. А вот это синее, это тоже кошечка. Смотрите, вот это хвост. Это кошечка-сороконожка. Кошечка-сороконожка, и там где-то у нее голова. Аж там далеко-далеко. Пойдем посмотрим. Такие зубатые кошечки прикольные. Красивые растения. И там можно посидеть даже в кошечке, прикинь. Во рту у кошечки можно посидеть. А ну-ка. Да, это лавочка, смотрите. Вот так вот. Здравствуйте, я во рту у кошечки. Привет, кошечки, привет. Не ешь меня. Осторожно, привет. А то она сейчас только клямц, рот закроет и все. Макс сел, залез в рот кошечки. Не боишься, что она тебе сейчас только хвать? Кусь и все. Дельфин. Лавочка дельфин свободная. Но этот не зубатый, этот хороший. А мы идем к кошечке в рот сядем. У слона на голове? Да, вот смотри. Там и котенок, и собачка писает. Ай-яй-яй. Видите, видите, посмотрите. Там собачка писает. Это смешно. Это даже смешно. Это какой слоношарик. Тут собачка такая у него на голове делает мокрое дело. И что там еще? И кошечка. А вот и кошечка лавочка. А это большой кубик Рубик. О, Макс на кубик Рубик вылез большой. Ну что, пойдем посмотрим на площадку? Кубик Рубик. Кубик Рубик, прикольно, Макс. Бежим дальше. Тут какая-то зебра вижу. Зебра, похоже, тоже была фонтаном. А, тут она не одна, тут две зебры. Вот это. У нас еще, тут я вижу две колонны с подушками. На одной сидит девочка. А на второй сидит мальчик. И они тянутся друг к другу. Девочка и мальчик тянут друг другу руки. Тут еще такой вот есть, что это, горки целые? Ничего себе! Красиво! Ух ты, смотри, как классно! Только что-то медленно Макс едет. Не быстрые горки, красивые, но не супер быстрые. Ой, тут тоже котик зубатый. Ой,
И кролик. И чашка. Да, смотрите, можно в чашке даже что-то делать. Выступать, да? Макс все, до сих пор съезжает с горки, никак не может спуститься. Кстати, я, наверное, пойду с тобой, потому что мы не знаем, что там. Мама решила покататься с горки тоже. Чашка лестница. Чашка лестница. Да, можно залезть в чашку. Так, поехала Катя с горки. Ты тут в чашке? Макс уже где-то там готов стартовать. Ну, тоже медленная? Да, поехали. Ну давай отталкивайся как-то. Она действительно медленная. Ну дальше крутая будет. Дальше будет крутая горка, очень крутая. А ну, сможешь съехать? Пробуй. Давай, может, я буду встречать там сверху. Отлично. Ой, и Катя уже здесь. Мама! Иду. Давайте вместе потанцуем под Катерину. Давайте. Катя, Катерина, махай. Без тебя не стану. А прям туда мне надо, да? Так, все ушли, только мама танцует. Макс, ты скомандовал всем танцевать и убежал? А что ты не танцуешь? Не знаю. Зебры работают! Включились зебры? Да. А ну-ка, где наши зебры? Да. Да, включились. Вот они, зебры, заработали. Тут даже кофе продают в таких прикольных машинах, кошачьих. А где Макс? Крутяк. Привет, Макс. Макс, танцы. Давай. О, Боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына, и не я надо. Хочу сам с тобой. Не надо, сам с собой? Макс будет. Сам будет? Нет, не нужно. А, Катя, это Макс сам выступает, он солист. Молодец. Покажи, что там есть. Луна. Ух ты, точно. Луна ест шарик какой-то. Прикольная такая. Тут пики, тут червы. Яблоки на снегу. Розовые на белом. Да. Кто устал, у кого уже больше нет сил гулять и прыгать, и танцевать, вот, пожалуйста, ложитесь. Ложитесь спать, пожалуйста. Ну, ты постучи хотя бы, скажи, что это совсем не одеяло и совсем не подушка. Это как пластик, а это... Тоже? Это тоже пластик. Пластиковое одеяло и пластиковая подушка. О, вместе с рюкзаком. Ну все. О. Если кому-то не хватило места, и вот где есть переночевать. Веселый автобус. О, тоже кролик. Зайчики и кролики. Любимая тут тема. А, это же Алиса в «Стране чудес». Или как она? Зазеркалье. К нам сюда приехала улитка. Там что-то открывали только что, я не успел рассмотреть, что это. Вот это кофе там. Наверное, то ли какая-то кофе, то ли гамбургерная какая-то. Привет, Макс. Ты что, в зайке зубатом? Да. Прикольно? Ну, зайка не страшный, у него только два зуба. Катя, хорошенький зайка? Зайки все два зуба. Тут еще какая-то такая тетя есть. А, это какая тетя? Это вообще мальчик, рыцарь какой-то со шпагой. Просто сзади я на него смотрел, как будто тетя в платье. Мы нашли такой вот кубик-рубик. И Макс решил возле него что сделать? Макс,
открыть. Открыть такой сюрприз с Маквином. Вот такое вот пластиковое яйцо. Ну, давай будем смотреть, что это. Тут у нас мэтр. И нам тут попался мэтр. Что тут нам попалось? Вот такой вот мэтр. И конфетки. И конфетки. Вот наш мэтр такой. Поехал к Максиму. Ну все, бери, играйся. А то мы сюда ехали в Киев, забыли все свои игрушки дома. Теперь уже у Макса есть хоть чем играться. Что ты, Макс, делаешь? Кошем. Отдыхаю с мэтром. Макс отдыхает с мэтром. Привет, мэтр, ты тоже отдыхаешь? Ну ты же не устал, ты не ходил никуда. Максу было интересно, что же в этой улитке. А в улитке кофе. Но еще пока не работает. Да, это наш Майдан независимости. Мы едем домой. Два гуся мы едем кушать. Два гуся, все никак не доберемся уже второй день. Два гуся поедем сейчас. Сегодня работает. Да, это Гулливер. О, а Гулливер, это он выходит как-то на лосюкой? Да. Мы еще раз пытаемся попасть в два гуся. Смотрим, что там будет. Да. Макс, привет. Привет. Я тут, в дырочке. Макс моет руки. Где там мэтр? Мэтр в кармане у тебя. Наконец-то два гуся нас решили накормить. И мы вот садимся покушать. Приятного аппетита. Спасибо. Мэтр тоже решил перекусить. Так это что, все мэтр съел? Тут же было куча еды. Смотрите, какой его пузо. Ничего себе. Он такой сильный, потому что он наелся. Он еще летает. Я еду в аквариум. Я буду смотреть, как кормят рыб. Смотреть на больших рыб. Поехали. Макс, на чем мы едем? Не знаю. На метро. На метро. Ждем электричку, сейчас подъезжает. Наша электричка вышла из-под земли. И теперь мы уже едем, будем ехать по мосту через Днепр. Очень большая. Вот мы и пришли в океанариум. Нас тут встречают такие пираты-русалки. Покупаем билетики. Ух ты, а там темно. Гардероб. Гардероб не работает. Тут всякие такие рыбы светятся клевые. Макс, а кто это нас встречает? Здравствуйте. Привет, Манюнь. Пират. Какой-то пират нас тут встречает. Привет, Мана. Джек Воробей. Все вы настоящие между партнерами. Да. Сейчас девчонки вдвоем заходят. Так, тут можно делать какие-то монетки себе, да? А что там на них нарисовано? Акула. Морской конек. Акула. И что ты? И золотая рыба. Угу. И большие. Есть и маленькие, и большие рыбы тут. Да. Ух тышка. А я видела огромную. А это такая рыба, как была в Немо. Мультики. Помните? Про Немо, да? Да, она с папой Немо. А, это та, что немножко прибабаханная такая. Да, да, очень быстро говорила, очень много говорила. Вот, посмотри, смешная рыба. Да, прикольная рыба. Такие губы у нее прям как у человека. Нельзя! Да. Тоннельный рыб!
Ой, тут прямо целый туннель с рыбок, да, действительно. Большие рыбки. Очень большие рыбки. А ну акулу кто-то видел здесь? Нет, я не видела. Я не видела акул. Иду. А вот еще больше рыбка. Да. Вот. Я черепаха. Вот она, гигантская вот черепаха. Она, смотрите, вот она. Вот она. Гигантская черепаха, большущая. А я ее видела. Большие рыбы, большие рыбы, смотрите. После океанариума мы пришли в будинок игрушек. Проходим. Так, Макс уже где-то потерялся в Hot Wheels. Что, ты уже в Hot Wheels потерялся? Да. Вот, Максим. Любитель Hot Wheels? Да. Ой, грузовик Hot Wheels. Грузовик Hot Wheels, да. Там много всяких есть прикольных штучек. Тут. А тут целая куча разных Hot Wheels. Даже Майнкрафт-кошка. Ну это не Майнкрафт, а Лего Муви. Это из фильма Лего. Лего Муви. Ты красивый Халк или злой? Злой. Злой, зубатый Халк. Рычи. Ой, страшно. А это кто уже у нас? Это Леонардо? Вот черепашки-ниндзя. Вот. Мы уже знаем Леонардо. Нам уже подсказывали, что если синее, то это Леонардо. А если оранжевый, то на этом, наверное, уже Микеланджело. Рычишь? Да. Что там говорит? Где там кнопка? Он должен говорить что-то, да? Да. Я не знаю, где он там нажимается. Вот тут. Где там нажимается? Я не знаю. Вот тут. 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 Что ты там кукукаешь? Посмотри. Что это такое? Монстр Трак. Монстр Трак Hot Wheels? Да. Крутяк. Я еще таких не видел. Барбариан. Это барбарики. Это же барбарики. 250 гривен. Барбарики как? Барбариан написано, да. Бомбариан. Но где больше интересны деткам не миньоны, а птички, которые поют. Черно-белая лошадка. А как она называется? Зебра. Зебра. Тут всякие зебры, бегемоты и тому подобное. Вот это он, да? Да. Вот этот. И что, именно зеленый, а красный тебе не нравится? Ну, нравится. Давай. А какой лучше тебе? А ну, посмотри, давай, сам выбирай. Мне просто нравится красный, а ты смотри, какой тебе лучше нравится. Этот. Зеленый все-таки, да? Угу. Ну, хорошо, берем зеленый, если тебе нравится зеленый. Красный. И зеленый. Нет, Макс, мы два не берем, один берем. Зеленый все-таки, да? Угу. Хорошо. Это его, ну, низ зеленый, а крыша черная. Ага, понятно. Ну все, тогда давай на кассу и поехали домой. Да. Вот мы обратно уже возвращаемся на такси и видим, как едет метро рядышком. Видел, Макс, электричка ехала, метрополитен. Вот она сверху над нами, на этом мосту. Да. Прикольно. А, вот там над нами, да, там ехало метро. Вот по этому мосту мы только что ехали. А вот и родина мать. Ну вот, мы добрались домой, и Макс хочет распечатать Monster Truck, который он купил в магазине, да? Да. Давай, открывай, посмотрим на него поближе. Вот такой вот Monster Truck. Monster Truck Hot Wheels. Ух ты, он еще и так гнется, наклоняется клево. Поворачивает. Так поворачивают колеса даже?
крутяк. Это он так руки делает. Быстрый? Да. Фантастик. Они могут вот так. Ничего себе. Прямо так сальто прямо могут делать. Вот такой крутой монстр трап Макс выкупил. Сейчас я закончу, да? Фантастика. А ну-ка, что у него тут? Ага, он делает вот так. То есть, как обычный монстр трап, он не прижимается, а вот так вот. Прикольно. Hot Wheels такой. Мы долго гуляли, устали. Ты, наверное, голодный? Я голодный. Так что, может, закажем пиццу? Пиццу. Окей, сейчас позвоню. Пицца! Пицца! Ура! Будем кушать! Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока! Пока-пока!